Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Уго Чавес против дьявола. Здесь до сих пор пахнет серой. Неужели команданты убили с помощью новейшего оружия? Нельзя исключать, что вся его болезнь была вызвана каким-то специальным препаратом. Ведь он покусился на святое. Власть доллара. Это не доллар США, не доллар государства США. Это доллар, который выпускают 12 частных банков. Тектонические войны. Кто из военных сотрясает планету? Посмотрите, возникла Фукусима, и японцы не без оснований подозревают, что американцы вот что-то там испытали. Джуна и генсек. Как экстрасенсы влияют на большую политику? У меня была охрана КГБ. Двое утром дежурили и двое ночью. И черный список «Ласкового мая». Что за проклятие убивает солистов знаменитой группы? Что группа «Ласкового мая», значит, грозит опасность, и Андрей Разин может погибнуть в катастрофе. Уго Чавес. Харизматичный южноамериканский лидер. Команданты. Его считали продолжателем дела Фиделя Кастро в борьбе свободных латиноамериканских государств против США. Но весной 2013 года Чавес скончался. Эта смерть яркого политика одна из самых загадочных в последнее время. Ее причина вроде бы вполне объяснима. Онкологическое заболевание. Но так ли все просто на самом деле? 8 марта 2013 года. В Венесуэле общенациональный траур. Страна прощается с любимым президентом. На похоронах президент Ирана Махмуд Ахмадинежад целует гроб. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко плачет во время исполнения государственного гимна. Нечастое явление. В 15 странах мира на 3 континентах объявлен траур. В самой Венесуэле он продолжается почти 2 недели. И это не формальность. Для многих жителей страны смерть Уго – личная трагедия. Мимо его гроба прошли 3 миллиона человек. Каждый 10-й венесуэлец. Конечно, это харизматическая личность. Личность бешеной внутренней энергетикой. Человек очень целеустремленный и способный воплощать свои идеалы в жизнь. Чавеса уже буквально канонизировали. Поставили в один ряд с великими революционерами нового света. Фиделем Кастро и даже Симоном Боливаром. Самой почитаемой исторической личностью в Южной Америке. Но начиналась политическая карьера Чавеса на редкость неудачно. 4 февраля 1992 года. На улицах Каракаса, столицы Венесуэлы, армейские подразделения. Их вывели молодые офицеры, недовольные правящим режимом. Своим лидером они называют 38-летнего подполковника десантных войск. Его зовут Уго Чавес Фриас. Он руководит мятежом из исторического музея Ла Планиси. Но через 12 часов после начала переворота становится ясно – ничего не получится. Вообще Латинская Америка уже устала от переворотов. И даже десантники в виде Чавеса, они этот переворот совершить не могли. Для них это психологически было просто невозможно. Перевороты для Латинской Америки ушли в далекое прошлое. Чавес сложил оружие. Он сдался властям с единственным условием. Ему позволят обратиться по телевидению к народу. Вот то самое выступление. Objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas. Молодой подполковник креол в берете десантника удивительно легко принимает на себя ответственность за случившееся. В тот момент никто не предполагает. Перед ними будущий президент, а эти слова – начало его первой избирательной кампании. Чавес пришел в сложное время. И главная проблема, с которой он столкнулся – слабая экономика. Обычное дело для страны третьего мира. Что такое была Венесуэла до Чавеса? Страна монокультурная, страна далеко не самая бедная в Латинской Америке, но страна с колоссальным социальным неравенством.
На выборах, и не только в Венесуэле, едва не каждый кандидат в президенты обещает сделать богатство страны достоянием ее граждан. Но Чавес оказался единственным, кто сдержал слово. Венесуэла занимает первое место в Южной Америке по запасам нефти. Большую ее часть страна традиционно экспортировала в Соединенные Штаты. Здесь Чавес ничего не стал менять. Он просто распорядился богатством по-другому. Венесуэла является одним из самых потенциально богатых государств Латинской Америки. Поэтому то, что происходит в Венесуэле, имеет огромное значение, в том числе для Латинской Америки. Мы знаем, что Уго Чавес, когда в Аргентине был экономический кризис, помог Аргентине, выкупил ее государственный долг за 5 миллиардов долларов. В тот момент мало кто понимал, зачем Чавес это делает. И только несколько лет спустя стало ясно. Он решил объявить доллару войну. Сегодня доллар американский не обеспечен. Они его в свое время оторвали от золотого запаса. И поэтому сейчас идет страшная эмиссия, она продолжается, их печатают сколько угодно. Кто печатает доллары? Большинство жителей Земли уверены, процесс в руках американского правительства. На самом деле, еще с 1913 года это делают лишь несколько частных банков. Те, что входят в так называемую Федеральную резервную систему. 12 банков, половина из которых известна, а половине мы можем только догадываться. И тот доллар, который мы называем доллар США, это не доллар США, не доллар государства США. Это доллар, который выпускают 12 частных банков. Люди привыкли думать, что американский доллар практически то же самое, что 1/20 унции золота. Так и было, но 50 лет назад. Сегодня унция золота стоит 600 долларов. За последние 35 лет американская валюта обесценилась в 30 раз. И тем не менее заокеанский печатный станок по-прежнему работает на полную мощность. Когда Джон Кеннеди попытался изменить эту ситуацию, но после этого ему жить оставалось всего несколько месяцев. Потому что человек, который покушается на доллар, будь то Джон Кеннеди или Саддам Хусейн, или Деголь, этот человек либо вылетает с занимаемой должности, либо его убивают. По сути, мировая экономика на долларовой финансовой игле. Чавес это прекрасно понимал и решился на противостояние системе. Ему говорили, это битва с ветряными мельницами. Ее невозможно выиграть. Но команданте не отступил. Обычные люди вряд ли понимали смысл такой политики. Но они любили Чавеса вовсе не за политические игры. Ведь он был близок к народу во всех смыслах этого слова. Выходец из среды бедняков говорил на их языке. И как говорил? Однажды он вел программу в эфире национального телевидения больше 8 часов подряд. Я вот определяю его как, скажем так, революционер-реалист. Почему реалист? Потому что, к сожалению, большинство революционеров, тех, которых мы знаем, имена которых на слуху, они романтики. У них теория идет впереди жизни. И ради теории они приносят в жизнь в жертву очень много. Но Чавес, смотрите, он новый. Это революционер такой новой формации, революционер-прагматик, если хотите. Вот одна из самых знаменитых речей венесуэльского президента на заседании Ассамблеи ООН. Чавес выходит на трибуну после Джорджа Буша. Здесь был дьявол. Вчера он стоял на этом самом месте. Здесь до сих пор пахнет серой. Говорить такое в отношении лидера самой мощной страны мира может лишь человек, который чувствует свою силу. Похоже, Чавес действительно ощущал. За ним вся Латинская Америка. Мечта, которая была у Чавеса, стать региональным лидером. Ну, недаром он говорил «боливарская революция», «боливарская страна». Все время вспоминал Боливара. Напомню, что в это время, во времена Боливара, Латинская Америка была единой. Он хотел стать таким мощным кулаком, который объединит всю Латинскую Америку в борьбе против Соединенных Штатов. Он сделал то, на что долго не решались предыдущие президенты. Национализировал нефтяную отрасль. Эти реформы понравились не всем.
Кульминацией конфликта президента и акул крупного бизнеса стало выступление Чавеса по национальному телевидению 8 апреля 2002 года. Президент уволил нескольких руководителей национальной нефтяной компании прямо в эфире. 11 апреля 2002 года Чавеса взяли под стражу. К власти пришло временное правительство. Казалось, эра команданте закончилась. Но он вернулся всего через 47 часов. Большая часть армии осталась верна президенту. Новую власть не признала ни одна страна Америки, кроме США и Чили. Он не был никаким диктатором, не был тираном. Венесуэла является одной из самых демократических стран современного мира, в которой в том числе средства массовой информации, оппозиционные власти принадлежат частным группам людей. Где нет цензуры, нет диктатуры. Чавес побеждал, значит, его идеи находили поддержку у народа Венесуэлы. Вдохновленный президент продолжил свои реформы. Его новым проектом стало превращение национальной валюты венесуэльского боливара в сильную денежную единицу. 80% всех денег мира сосредоточены в Америке. Весь остальной мир – это всего лишь 20% денег. Все остальное, все ценности, 80%, принадлежат Америке. Боливар – это валюта, как бы основанная на запасах венесуэльской нефти. Чавес хотел сделать боливар валютой для всей Южной Америки. Венесуэльский лидер стал организовывать свою коалицию государств. Бразилия, Аргентина, Куба. Чавес называл эти страны «осью добра». Поскольку Чавес очень активно критиковал Соединенные Штаты, особенно критиковал администрацию Буша за ее внешнеполитические авантюры, за ее угрозы. Июнь 2011-го. Президент Венесуэлы срочно госпитализирован в одну из клиник на Кубе. С Чавесом что-то случилось. Молчание официального Каракаса лишь подтверждает самые мрачные догадки. Не было никаких официальных медицинских комментариев, официальных источников, которые сообщали нам диагноз. Чаще всего упоминается, что у Чавеса рабдомиосаркома. В октябре 2011-го в одной из мексиканских газет появилось интервью бывшего врача Уго Чавеса Сальвадора Наварретте. Оно стало сенсацией. Бежавший из страны доктор утверждал, что у президента рак. И что жить венесуэльскому лидеру оставалось не больше 2 лет. Ближайшее место, где он мог получить помощь, это все-таки Соединенные Штаты Америки. Но вряд ли он бы пошел на этот шаг. Почему он выбрал конкретно Кубу? Может быть, это связано с его длительным наблюдением за жизнью и здоровьем Фиделя, которую как раз был рак толстой кишки, насколько я знаю, диссеминированный, и который, в общем-то, насколько мне известно, до сих пор жив. Лишь в мае 2012-го информация о точном диагнозе Чавеса подтверждается. Метастатическая рабдомиосаркома – агрессивный тип рака. Команданте не сдается. Он идет на новые выборы и выигрывает их. Но инаугурация пройдет уже без него. А уже спустя 3 месяца Чавеса похоронят. Как героя. Смерть Чавеса – это большая потеря, потому что, конечно, он был исключительно важной и значимой личностью. Чавес часто повторял – его хотят убрать. Он вступил в рискованную игру. На кону огромные деньги и судьбы могущественных корпораций. Слишком многим выгодна смерть упрямого команданта. Прежде всего, конечно же, американцам и их внутренним партнерам из числа компрадорской буржуазии, которая завязана прежде всего на финансовые институты и на получение дохода от торговли национальным ресурсом страны. Это универсальная система, она везде такова. Она и в России такова. Но можно ли убить именно так? С помощью онкологического заболевания.
Но кто знает, как далеко спецслужбы продвинулись в своих биологических экспериментах. И почему в последние 3 года подозрительно одновременно были поставлены похожие диагнозы президентам Парагвая, Бразилии и Аргентины. По странному стечению обстоятельств, все они были союзниками Чавеса. Если есть на Земле в последнее время политик, обстоятельства смерти которого, в общем, настолько очевидны, это Чавес, да. Нельзя, технически нельзя исключать, что вся его болезнь с самого начала была вызвана каким-то специальным препаратом, да, наверное. Это официальная концепция венесуэльской пропаганды. В Венесуэле не собираются менять политический курс. Но хватит ли твердости ее новому лидеру? Предвижу, что будут очень тяжелые времена, потому что, естественно, американцы и их партнеры внутри Венесуэлы воспользуются возможностью смены курса и политического режима. Неопровержимых улик и твердых доказательств у сторонников конспирологической версии нет. Есть лишь косвенные факты и странные совпадения. Но не зря говорят, ничего не происходит случайно. Специалисты напрямую говорят о том, что американская валюта ничем не подкреплена и держится лишь на репутации и остатках доверия. Сколько еще продержится эта система? Кто следующим бросит ей вызов и какая судьба его ожидает? Кстати, Уго Чавес – единственный из мировых лидеров, кто неоднократно заявлял, США проводят испытания нового оружия, которое значительно разрушительнее ядерного. Смотрите далее. Можно ли сдвинуть континент? В случае успеха должны были погибнуть от 30 до 50 миллионов людей. Кто прячет самое сильное оружие? Проведем эксперимент. Включим вибратор. И через некоторое время посмотрим, что мы можем получить. И от чего погибли звезды ласкового мая? Они жили в замкнутом пространстве, в замкнутом кругу. И практически не общались никогда. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Сейсмологи отмечают, в последние 50 лет планету трясет все чаще. И некоторые катастрофы имеют вовсе не природную, а техногенную причину. Эксперты уверены, многие землетрясения – это следствие испытаний новейшего тектонического оружия, способного уничтожать целые континенты. Начало 60-х годов 20 века. Советский Союз полностью оправился от последствий Второй мировой войны. Но лидеры партии не забывают – страна по-прежнему окружена врагами, и любое изобретение рассматривается через призму военных лабораторий. Осталось 2 секунды. 2, 1, 0. Все достижения науки, все исследования, вот, которых результатов которых добивается человечество, оно сразу попадает под пристальное внимание военных людей, спецслужб, армий и так далее. И вот то, что занимаются вот тектоническими проблемами, изучают напряженности полей, вот, изучают положение и движение тектонических плит. Это факт. Первые идеи по разработке тектонического оружия военные заимствовали у сейсмологов при освоении Средней Азии. Там в сейсмоопасных зонах строили целые города. Опыты проводили ученые, а все результаты в итоге оказывались в руках военных. И полвека назад, и сегодня наука имеет 3 ветви развития. Чистая теория, народное хозяйство и военно-прикладное применение. Без понимания природы, без умения управлять природой, умения воздействовать на нее, мы никогда оружие не получим. Поэтому, вообще говоря, все, что делается ради прогноза землетрясений, это делается ради того, чтобы создать тектоническое оружие. Алексею Николаеву, заведующему лабораторией Института физики Земли,
историки приписывают почти все современные разработки тектонического оружия. Я ввел термин «военно-прикладная сейсмология» такой. А, это раз. А вот тектоническое оружие, даже не знаю, кто ввел термин. Может быть, и я. Потому что я занимаюсь этим очень давно. И даже прорывалась в печать. Но на самом деле термин этот эксплуатируется достаточно давно. Еще, наверное, с довоенных времен. В 1961 году Советский Союз продемонстрировал всему миру, что обладает самым мощным оружием на планете. На новой Земле была взорвана термоядерная бомба, способная испепелить среднее европейское государство. Взрывную волну зафиксировали не только специальные датчики, но и почувствовали обычные люди за сотни километров от полигона. Неожиданный эффект испытаний положил начало разработкам тектонического оружия. Тектоническое оружие – это системы, которые могут вызвать искусственные землетрясения или искусственные извержения вулкана. В широком смысле туда подключается и цунами. Другой вопрос, что цунами практически автоматически возникает при подводных землетрясениях. Андрей Сахаров – гениальный физик, отец водородной бомбы. Именно он возглавил группу разработчиков новейшего оружия. Ему же принадлежала идея уникального проекта «Тайфун». Гигантская волна, вызванная подводным взрывом, должна была смыть или затопить прибрежные города противника. Сахаров детально разработал оружие для Третьей мировой войны. Предложил использовать очень мощные взрывы для генерации крупных волн, ну, типа тайфун, для того, чтобы выгнать большие массы воды на, так сказать, поверхность земли из моря. Причем при этом все это может быть действительно закамуфлировано под тектонику, поскольку заряды, которые были созданы, порядка сотен мегатонн, они эквивалентны землетрясениям, имеющим магнитуду порядка 9. То есть, например, то, что было последний раз в Японии. Так Сахаров предлагал избавиться от США. Управляемое цунами можно было запустить из Тихого и Атлантического океанов. Нужно было побережье США приблизительно в 100 километрах разместить, ну, 4-6 и более сверхмощных водородных бомб. В случае успеха должны были погибнуть, по моей оценке, от 30 до 50 миллионов людей, потому что все восточное побережье должно было бы быть смыто. Убежища практически тоже не помогли бы, ну, за исключением, конечно, капитальных убежищ, полностью изолированных. Вода прошла сквозь фильтры, и они, люди бы просто погибли. Побережье США и месту закладки бомбу в виде специальной торпеды должна была доставить подводная лодка. Ее начали строить под условным названием «Проект 627». У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что Советский Союз в годы Холодной войны только и занимался тем, что разрабатывал оружие массового поражения. Мы помним, Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». Но на самом деле американские военные не отставали от страны Советов в гонке вооружений. Они также готовились к Третьей мировой войне. Две, одна, ноль. Мы отрицали. И американцы отрицали, что нет, ядерные взрывы никакие землетрясения вызвать не могут. Ну, то есть мы знали, что бывают авторшоки ядерных взрывов. Ну, в радиусе там 50 километров. Случались землетрясения местные. Ну, это так же, как и, скажем, Тернаус. Большой полигон такой, ну, не полигон, а карьер. Ну, и даже химические взрывы сильные, большие, и то вызывали слабые землетрясения. Соединенные Штаты использовали тектоническое оружие в Ираке. Там, где была бессильна пехота, танки и современные модели самолетов, в дело пускали миниатюрные подземные ядерные заряды. Мы им такие вопросы задавали. Зачем вы это делаете? Я помню, я ставил перед американским генералом этот вопрос, ну, в период, вот когда они совершили акт агрессии против Ирака. И они объясняли, что мы это делаем, чтобы бункеры, которые под землей понастроил
Саддам Хусейн, вот доставать, уничтожать и так далее. То, что американские военные проводят испытательные подземные взрывы, для ученых-сейсмологов не откровение. Они знают об этом уже много лет. Появляются землетрясения, цунами, селевые потоки, которых ученые не предвидели. То есть не было, как бы не создавались условия, не создавалась критическая масса, чтобы это землетрясение произошло. Вот когда мы выявляем, что они создают миниатюрные ядерные боеприпасы, которые глубоко могут проникать в скальные даже породы, которые глубоко могут опускаться на несколько километров даже, под толщу воды, вот это вызывает вопрос. Любое тектоническое оружие требует натурных испытаний. В лабораториях, какими бы они ни были, невозможно проследить и даже теоретически предположить, как пойдет ударная волна и какие разрушения за ней последуют. До настоящего времени, насколько я понимаю, было два таких испытания проведено. Ученый Игорь Острецов опирается на собственные расчеты. По его данным, после взрывов начались два серьезных землетрясения. В 2005 году в Индийском океане и в 2010 в Японии. Посмотрите, возникла Фукусима, вот эта трагедия Фукусимы. Вот. Но ведь незадолго до этого американские корабли в акватории, где произошло это землетрясение, проводили военно-морские учения. И японцы не без оснований подозревают, что американцы вот что-то там испытали. Список искусственных землетрясений можно было бы расширить. Февраль 2013-го, Северная Корея. Ученые сразу нескольких стран зафиксировали необычную сейсмоактивность. Подземный толчок, зафиксированный в 10:57 по местному времени, по признакам являлся взрывом. Эпицентр землетрясения находился на нулевой глубине. Из заявления Китайского сейсмологического центра. Землетрясение или ядерный взрыв? В любом случае, это сильно встревожило военных из Южной Кореи. Они немедленно собрали в Сеуле экстренное заседание Совета национальной безопасности с участием президента. Шутка ли, такое оружие в руках их извечных врагов? Впрочем, дрожь земли можно вызвать и без взрывов. И вы сейчас это увидите. Это Быстровский вибросейсмический полигон под Новосибирском. Его открыли в 1979 году. И здесь находится один из мощнейших сейсмовибраторов, способных передавать сигналы на большие расстояния и вызывать колебания Земли. То есть устраивать целенаправленные землетрясения. Проведем эксперимент. Поставим сейсмоприемник, который регистрирует колебания Земли. И включим вибратор. И через некоторое время посмотрим, что мы можем получить. Мы видим, как в стакане плещется вода. И чувствуем, как под нашими ногами дрожит земля. Установка работает на минимальной мощности. Что будет, если ее рубильник привести в крайнее положение? Советская школа тектонического оружия была сформирована в 60-е годы. До последнего времени на всех документах стоял гриф «Секретно». Лишь некоторые разработки наших ученых и военных предъявили широкой публике во время перестройки. И сегодня нам остается только гадать, каким потенциалом обладают военные на самом деле. Управление сейсмичностью Земли стало реальностью. Многотонный вибратор может посылать устойчивый сигнал на расстояние до 500 километров в конкретно определенную точку. В этой точке происходит колоссальный выброс целенаправленной энергии. Если мы захотим вызвать землетрясение, то действительно можно поставить вибратор, можно сделать несколько взрывов, и если напряженное состояние в этом месте было близко к критическому, то есть
совсем скоро должно было произойти землетрясение, то мы можем вызвать его раньше. Это возможно. Сегодня даже по косвенным признакам можно определить, в каких катастрофах было использовано тектоническое оружие. Скажем, Мексика, претензии к Соединенным Штатам Америки, что, мол, предъявляла, что, мол, вы испытываете в Неваде ядерные свои заряды, а у нас в Мексике землетрясение. Президент Венесуэлы Уго Чавес не раз делал сенсационные заявления. Последнее землетрясение на Гаити было устроено американцами, которые хотели покончить с ненавистным режимом кубинца Фиделя Кастро. Поэтому не исключено, что американцы могли перепутать, например, с Кубой, рядом же Куба, например. Да и на своей территории они несколько раз. Одна из причин, почему прекратили подземные испытания ядерного оружия, в том, что из-за возможности какого-то тектонического эффекта. Уго Чавес ссылался на какой-то секретный доклад, который был предоставлен командованию Северного флота, и которым якобы с ним поделились какие-то моряки в момент захода советской эскадры во главе с крейсером «Петр Великий» в порты Венесуэлы. Карибский регион – идеальное место для применения тектонического оружия. Эксперты говорят, если грамотно заложить здесь мощную бомбу, можно сдвинуть целый континент. Смыкаются сразу три литосферные плиты, которые на сегодняшний день сами по себе движутся с достаточно приличной для геотектоники скоростью, вот, в районе там, 70-15 сантиметров в год, тем самым создавая еще большее напряжение. На Кубе есть месторождение нефти. Неудивительно, что на острове Свободы часто бывали советские геологи. Но американцы подозревали, что они выполняют совсем другую миссию. Якобы бурят сверхглубокую скважину для закладки ядерного заряда. Вообще, вся эта холодная война и чуть не разразившаяся Третья мировая в районе Кубы, вот, она только частично из себя представляла последствия после размещения там ракет, соответствующих Советского Союза. Большую часть негодования Соединенных Штатов вызывала именно, собственно говоря, работа по разработке глубинных слоев сверхглубокой скважины. Вот, которая явно никакого отношения к добыче нефти не имела. Сегодня вся планета поделена на сейсмические зоны, где в любой момент можно использовать тектоническое оружие. При этом выяснить, кто нанес удар, будет крайне сложно. Вы посылаете сигнал через Землю. Инициируете заряд, который лежит у берегов Калифорнии. А Калифорния – это сейсмоактивное место. И пойди-ка там, разбери. Да еще в момент, когда было там в Калифорнии землетрясение. Тектоническое оружие уже поставлено в один ряд с другими суперсовременными военными разработками, которые сыграют решающую роль в третьем мировом противостоянии. Если, конечно, оно состоится. Никто не хочет признавать разработок, способных уничтожать целые государства. И на это есть свои причины. Большая часть населения мира сочтет этот проект людоедским в силу того, что могут пострадать вообще даже невинные люди, не только противники. Вот. И это очень опасно в политическом отношении. Бряцать оружие на сегодняшней земле очень сложно и практически невозможно. Потому что литосфера – это как растрескавшаяся скорлупа на яичке. Она очень тоненькая. И если мы эти вещи будем трогать, то не поздоровится всему человечеству. И люди-то это понимают. Главный сдерживающий фактор от массового применения тектонического оружия – хрупкость жизни. Человечество либо погибнет, либо потеряет планету в том виде, в котором она существует. Именно поэтому иногда гораздо важнее работать, что называется, точечно, используя вовсе не науку, а нечто более древнее – магию. Смотрите далее. Ури Геллер против Джуны. Кто победил в битве экстрасенсов? Война между вот этими эгрегорами или субъектами, она никогда не прекращалась. И может ли маг оказаться на государственной службе? А потом был приказ
перевезти меня в Москву. Я не хотела. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Едва ли не каждый день мы слышим в новостях о природных аномалиях, загадочных смертях или необычном поведении людей. Между тем, у всего есть объяснение. Но не с точки зрения классической науки, с точки зрения особой сферы – боевой магии. В череде катастроф новоявленные пророки ищут знаки апокалипсиса. Ученые кропотливо исследуют каждый случай в отдельности. А вот некоторые военные эксперты уже объединили все эти события в цепочку. В Америке мы видим, с лица земли стерты там несколько городов. Вот. Это все отзвуки вот этой вот старой системы, которая работает. И война между вот этими эгрегорами или субъектами, она никогда не прекращалась. Она ведется на уровне магическом. Эгрегоры. В эзотерике стражи демонов. На военном жаргоне так называются специально обученные сотрудники, которые могут влиять на происходящие в мире события силой мысли или с помощью магических обрядов. Проще говоря, взвод военных экстрасенсов. Не надо быть каким-то пророком, чтобы понимать, что да, есть группа людей, она достаточно, скажем, небольшая, но они устраивают, да, вот пытаются устроить жизнь на нашей планете так, как они считают нужным. Испокон веков правители и военачальники держали при себе специальных людей, чародеев и колдунов. В древности маги использовали дольмены, менгиры, ритуальные пещеры, капища. Сейчас это называется источниками энергии. Сегодня у нас есть уникальный шанс. Сейчас вы услышите рассказ участников этой магической или психотронной войны. В 70-е годы 20 века об этой женщине, работавшей в онкоцентре в Тбилиси, слагали легенды. Она точнее медицинских приборов ставила диагнозы. И самое главное, умела лечить то, против чего официальная медицина была бессильна. Генсек Леонид Ильич Брежнев лично убедился в способностях Джуны Давидашвили во время официального визита в Грузию. Через несколько дней за медиумом пришли люди в черном. А потом был приказ перевезти меня в Москву. Я не хотела, потому что семья, дом, знаете, уже обжилась, как говорится, ребенок. Ну, под конвоем, конечно, все равно увезли в Москву. Под конвоем. И с тех пор началась государственная программа. В это же время стратегический и идеологический противник СССР, Соединенные Штаты Америки, на протяжении нескольких десятилетий также проводили эксперименты с уникальными людьми. Ури Геллер, человек-феномен, жил в Израиле, стал знаменитым после выступлений, демонстрирующих его сверхъестественные возможности. Говорили, что он мог читать мысли на расстоянии и воздействовать на человеческую психику. И за ним тоже пришли, как и за Джуни. Но только американские спецы. Then, when the tests were kind of over, I began to understand through rumors that part of these tests were paid by the American Defense Department. And I didn't like that. Поздней июньской ночью Джуну Давидашвили привезли в Институт Сербского, завели темное помещение. Мне показалось, что смертная камера. Я увидела человека на стуле, сидящего, весь провода. Но я поняла, что мне надо работать. И я начала работать. А все приборы находились снаружи. И когда я работала, вдруг громовой голос сказали «стоп». Эксперимент получился. С тех пор Джуна сопровождала генсека во всех официальных поездках. Участвовала в международных переговорах. Официально она числилась личным врачом Брежнева, а неофициально работала над созданием эликсира вечной жизни для вождей и проникала в подсознание стратегических противников. При Советском Союзе, да, у меня была охрана КГБ,
Двое утром дежурили, двое ночью. Ну, не разрешали мне даже иногда куда-то идти. В марте 1987 года США и СССР подписали договор о полном уничтожении ракет средней дальности. Советский замминистра иностранных дел Юрий Воронцов слыл серым кардиналом красной дипломатии. Именно он разрабатывал исторический документ. И если бы в последний момент Воронцов передумал ставить свою резолюцию под документом, кто знает, к чему бы привела гонка вооружений. Ури Геллеру дали четкое задание – встать позади советского дипломата Юрия Воронцова и воздействовать на него. And I was focusing on Yuri Voronzov and I sang, sign, sign, sign. Do you know, after this event, that night, we went out to a restaurant with Yuri Voronzov. And suddenly Yuri Voronzov put his hand in his pocket and he took out pictures, I think of his grandchildren. And he said to me, you see, Uri, this is why we need peace in the world. For our children's. Действительно ли именно это повлияло тогда на подписание договора? Сам Ури Геллер в этом не сомневается. Но уже позже стало известно. В системе МВД СССР был специальный институт, который располагался в районе современного Северного Бутова в лесном массиве. Для подготовки операторов, как их тогда называли. Сейчас бы эти люди могли с успехом участвовать в битве экстрасенсов или получать по 100 тысяч рублей за сеанс связи с тонким миром. Если у боевой магии есть бойцы и военачальники, значит, есть и жертвы. Существует в истории поп-музыки коллектив, который загадочным образом потерял уже 9 музыкантов. Его название знают все. Это группа «Ласковый май». И, как уверены многие люди, близко знающие ее участников, это тот самый случай применения магии далеко не в мирных целях. Все солисты и музыканты «Ласкового мая» ушли в относительно молодом возрасте. Остальных участников коллектива продолжают преследовать смертельно опасные и, казалось бы, нелепые случайности. Вдова нашего Бурды, клавишника в «Московском комсомольце», предсказывает, что группа «Ласковый май» грозит опасность, и Андрей Разин может погибнуть в катастрофе. И на следующий день наш самолет попадает в полном составе группы «Ласковый май», за исключением Юры Штунова, попадает в авиакатастрофу. Известный продюсер Андрей Разин с самого начала знал, боевая магия не шутка. Энергетическое воздействие – штука посильнее пистолета. Недаром сейчас у группы «Ласковый май» единственное и самое жесткое требование райдер-листа. Расстояние не менее 10 метров от публики до артистов. Поэтому они жили в замкнутом пространстве, в замкнутом кругу и практически не общались никогда. Если, например, проходил концерт группы «Ласковый май», а мы работали только сольно, то служба безопасности ни одного человека, включая директора дворца этого спорта, в отдел или в гримерку группы «Ласковый май» не допускали. Ни в коридорах, нигде. У нас полная тишина в концертах. Но даже такие меры безопасности не уберегли ребят. Многие фанатки только сейчас, спустя годы, признаются. Они делали смертельные привороты на солистов и музыкантов «Ласкового мая». Могла ли ворожба тысяч фанаток спровоцировать череду смертей? Или все-таки легендарный коллектив мешал кому-то? Тут может быть момент того, что накоплен негатив от людей. Если огромное количество людей, допустим, 10 тысяч человек, желает зла одному конкретному человеку, ему в любом случае станет плохо. И здесь не надо делать порчу. Хотя, если кто-то один умный догадается сделать еще на фоне всего этого порчу, то, естественно, эффект был гораздо сильнее. Интересно, что участников «Ласкового мая» охранял человек, безусловно, знавший об энергетическом воздействии и боевой магии.
Именно с его уходом связывают череду необъяснимых насильственных смертей в коллективе. 15 человек служба безопасности во главе с героем Советского Союза Чмуровым Игорем. Задача охраны была не подпускать, не давать возможности на 5 метров подходить даже к Шатунову или к нашим солистам. Так кто же эти люди? Сколько их среди нас? И самое главное, насколько сегодня будут опасны боевые маги, если захотят обратить свое умение во время? Просто кровь могут остановить взгляд. Или могут остановить действие, выстрел, только вот на стадии подхода этого объекта. Он его чувствует, видит, выходит и останавливает его, он его парализует на расстоянии. Феноменально. Такие люди есть. Как утверждают специалисты, битвы магов не выдумки, и уж тем более не шоу. Медиумы продолжают бороться друг с другом. То, что мы видим, лишь верхушка айсберга. Я вам хочу привести последний пример, он очень интересен. С 13 на 14 число на территории Москвы был задержан американский агент. У господина Фогла, конечно, это не его фамилия, при себе находились несколько пар очков, два парика, немыслимая шапка, нож, магнитный компас и карты Москвы. И много-много денег. Тот самый шпион. Говорят, он шел навстречу с кандидатом на вербовку. Без прикрытия, без оперативного прикрытия. Его не прикрывала наружка. Здесь этого Фогла задерживает служба контрразведки. И когда средства массовой информации показали нам этого гражданина американского, мы видели, что он находился в состоянии невменяемости. Он был невменяем. Он не давал отчет своим действиям. Иначе говоря, человеку просто задали определенную программу. Для специалистов по боевой магии это очевидно. Так же, как очевидны причины многих несчастных случаев. Среди нас достаточно людей, способных подчинить себе чужую волю. И их возможности только растут. Ведь и прогресс не стоит на месте. А как говорят специалисты, древняя магия, помноженная на возможности современной техники, это страшная сила. Кто знает, когда нам доведется испытать ее на себе. Интересно, что многие современные политики и звезды шоу-бизнеса нанимают не только обычную охрану, но и магических телохранителей. Другое дело, что про них никто и никому не рассказывает. Таковы законы этой профессии. Разумеется, многие скептически отнесутся к этой информации, но в Китае, Японии и Индии даже маленьких детей учат медитации и защите от чужого энергетического воздействия. Может быть, все-таки не зря? Пожалуйста, будьте осторожны. Это было агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Скоро увидимся.